Вы сейчас являетесь соревнующимися, вы друг другу являетесь, можно сказать, соперниками, поэтому внимательно выполняем, не подсказывая друг другу, работаем индивидуально. Ежегодные соревнования по робототехнике прошли в гимназии имени Тохтара Абубакирова в пятый раз. Участие в них приняли воспитанники детских садов и школ города Темиртау. Это дети в возрасте от 3 до 14 лет. Ребята и со школ города, у которых есть и кружки, и в информатику входят данные направления, изучение данных направлений. И также есть ребята, которые ходят в наш дополнительный кружок робототехники тоже по всем этим направлениям. Состязание проводилось по пяти направлениям. STEM Robot Mouse – программирование робомыши, Lego Junior – программирование и сборка модели робота по фото, Scratch – создание игры, а также исправление ее ошибок, Робот-турнир – работа по программированию и сборке моделей, и Arduino – работа с микросхемами, платами и программирование на более сложном языке. Соревнования проходят в режиме онлайн. Каждый участник команды находится у себя на местах и наблюдаем мы за ними с помощью судей, с помощью главных судей, вот как раз-таки в формате офлайн, в формате онлайн через программу Zoom. Организаторы рассказывают, что выпускники робоклуба планируют открыть свою школу тренеров, чтобы больше людей узнало об этом направлении. Эльвира Волгина, Максим Ломакин, новости Темиртау.